бродила счастье по планете, встречая на своем пути людей. Она спрашивала у них, что необходимо им для счастья. Узнав, она бескорыстно выполняла их желания. Люди просили разные вещи, такие как деньги, богатство, любовь. И счастье, не раздумывая, дарило им это. Однажды счастье гуляло по лесу и угодило в выкопанную корыстными людьми яму. Для того, чтобы в любой момент оно могло исполнить их желание. И каждый день люди приходили и просили у счастья золото, алмазы, нефть. В один прекрасный день плакучее счастье услышал проходящий мимо молодой странник. Это видео? Молодой странник, который был беден, одинок и несчастен. Когда странник подошел к яме, счастье, как всегда, задала вопрос, что тебе необходимо для счастья? И он ответил, мне нужна веревка. Счастье, не раздумывая, осуществило его желание. Странник с подаренной веревкой вытащил счастье из ловушки. Взволнованное счастье решило отблагодарить спутника. Оно хотело подарить ему все благо, о котором раньше просили люди. Но юноша отказался. Тогда счастье решило спросить, что же надо тебе для счастья? И странник ответил, я хочу, чтобы все люди были счастливы, и чтобы было такое место, где дети могли бы общаться, играть, веселиться и обрести новых и верных людей. Так и появился лагерь «Зеленый огонек». Приставка 13-й компании. А следующими на нашу площадку поведать нам свою легенду. Я приглашаю 14-ю компанию. Красава. Давайте их поддержим. Очень громкие, очень продолжительные аплодисменты.